Мазила, ай, Мазила, я попал в машину свою пару раз, меньше, чем в него. Ну, вы знаете что? Вот что. Зачем подбирает? Я думал, это патроны. Все? Так, чекаем наш Glorious Havoc. Вроде он не Торх. Да, это не Торх. Это имеет быструю нормальную перезарядку. Человеческую, черт подери. Идиотская игра. Я... Упадало две снайперки. Это даже почти неплохая. Кто еще хочет? А, ты хочешь немного? Ну давай. Без проблем. Ему там револьвер на третьей кнопке. Вот я мазил, реально. Выполнено, выполнено. Можно сваливать новую говенку. Лучше жизнь прекрасна. Попиваю чаёк. Играю супер классную игру. Что еще нужно? Это сдается сюда. I hope so. Ну, теперь можно к Эрлу. Я вообще-то был Каунт. Это ты вообще нервный какой-то. Сразу начинаешь орать. Я просто мимо шел себе вообще. Даже тебя не трогал, если бы ты не заорал. Придурок. Чекаем кучки. Тут я уже рассказывал, в кучках лежат классные вещи бывают. И вторая вон там. Пойк. Ничего не выпало. Веселенького. Из них высокий шанс дропа всякого интересного. Какой нервный, а?
нас фиолетовая снайперка была. А, это не, а, нет, снайперка такие. Yep. And good riddance. Is this thing turned on? Look, I ain't talking to you about Jack Monkey's fault. You get rid of all them pests. Я имею в виду, нам, в принципе, не нужно делать эти всякие клэптропы. Но все равно я буду делать их. Опять-таки, мне нравится проходить игру. Полностью. Их тут собралось. 211. Так себе все. Не очень хорошего качества. Лаунчер. Классика жанра. Какой-то мод выпал. Так, хороший додж. Я сам косой, так я не знаю, что. Ну, почему же такой косой? Круто. Еще? Во, Wildcat! Гляньте на эту обойму, 105. Плюс 77. А, знаете, я буду ходить с этим, мне кажется. Да, мне устраивает это. Хотя у него такая же медленная перезарядка. Реально? Почему у него такая медленная перезарядка? Кто-нибудь хочет? Мне вообще можно на детку ему, да? Проверим. Попасть ему в башку довольно трудно. Издалека. Даже вообще не знаю, если честно. Только он хорош. По-моему, он хуже, чем мой. И по ощущениям. Да ну нафиг. Он реально хуже, чем мой. Фиолетовый. Да уж, если нужно забурстить кого-то в ноль, это X4 точно будет СМГ. Или шоковый револьвер. Хорошего качества, конечно же. Трэшемор. Небось опять не дает никаких процентов, ни черта. Неплохой дробаш вообще, 53. Хм, что у меня тут? Некс 7. 68 точность.
Сейчас перезарядкой. Ах, перезарядка, конечно, от рубашей. Полчаса. Но это в любом случае лучше, чем у револьвер на X7 13 уровня. Вот, если честно, я не знаю. Ай, какая разница. Трэш. Все равно хожу своим шоковым теперь. Он сильнее, чем этот революционный X7. Квест выполнен. Я хожу с оранжевым. Не только потому, что оно пышное, потому что если у меня где-то оранжевая шмотка, то и шмотки повышается шанс дропа более качественных шмоток. Помню, каким образом работает этот мод. От нулы. На что это револьвер вообще, кстати, у меня? На скорость передвижения? Я летел прямо в башку. Вот у нас. Ничего. Очищаю бочки, потому что... Вот почему. Что их могут зачистить в то время... Фу, это был фейл. На, не важно. Все равно там в сундуке ничего нет интересного. В любом случае не буду носить. Что в сундуке лежит. Сюда. 21 скорость пистолета там было. Привет. Как оно? А, только белая. Как-то... Ну не очень. Из обычного скага фиолетовый выпал, из бада скага выпало ничего. Игра в своем лучшем. Как всегда. Вот теперь ты бежишь ко мне. Так, нужно подобрать взрывчаточку. И пойти подрывать там что-то. Кто-нибудь? Нет, все сдались. Они смотрят такие, а у него оранжевый револьвер. Еще и шоковый, он еще 27 уровня, ну нафиг его. Лучше мы будем сидеть дома и не выходить оттуда. И правильно они делают. Потому что они мне не ровнее сейчас. Вот эти ребята... Решили напасть. Сейчас я к вам подойду поближе, подождите. Терпение. Я вам показывал. Либо это ран, либо это дай. Ничего там не вижу. Я вижу, что я помираю. Довольно опасные ребята, а ты с лаунчером, понятно. Ух, ох, ах. Чпок. 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 Чпок.
быстрая перезарядка. Трэш, шлак. Никогда не буду наверху, что наверху. Я никогда не был там, кстати, вот что еще больше печалит меня. Так, супер интересно. Куда огонь? А, снизу. Я вдруг подумал залезть-то наверх. А думаю, там невидимая стена. Мне кажется. Куда это, сзади? Сейчас разминируют немного. Ох, на X7? О-о-о-о! 46 на X7, вот это уже. Хотя у него 1.0 скорость. А, трэш. А ну-ка. И перезарядка тоже, а ну-ка. Я думаю, это меня остановит. Твень. Что у нас там выпало? Автомат. Да, на вид плохой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как бы так... Ох! Ох, почти! Там, наверное, невидимая стенка по-прежнему. Эх. Да. Забрался. Это не солидное. Очень интересно. Это не солидная, а вот это солидная. А это тоже солидная. Нет, это абсолютно не солидная. Это солидная. Нет гранат, вот что печально. А это? Найс, это солидное. Ху. Очень интересно. Я хочу наверх. Еще выше. А, это тоже не солидная. Обманщик, игра, обманщик. Вау, этот контейнер огромный. Гляньте на размер этого контейнера. Очень интересно, очень интересно. Нет желания прыгать вниз. Вот эта скала, но ведь не с... Нет, солидная. Пробуем забраться сюда. Да, можно. Солидная.
Окей, солидная, солидная. Это тоже, наверное, солидная. Или нет? Опасно. Полетели. Ой, полетели, ой, полетели. Понятно. Теперь заходим в игру. Игра крашнулась еще разочек. Что на этот раз? Опять же, no protection fault. Интересно. Игра что-то крашится сегодня. Очень интересно. Как я говорил в самом начале первой серии, что Gearbox выкатили уже штук 1000 патчей после того, как эти моды были сделаны. И Оазис вообще, и Доктор Зет патч, и все остальное. Игра претерпела уже тонну изменений. Поэтому то, что она крашится, это... Это даже удивительно, что она так редко крашится, на самом деле. Поэтому да. See you never. Ох, злюки. Да, можно напялить гранаты вообще, на самом деле. Чу-чу-чу. Как он выжил? Тут что-то явно не так. Штука обрезанная. Ха? Странно. Так. Буз. Нужен буз. А буз у нас находится... Сдюз. Очень мне нравится еще первая бурда. Тут нет невидимых стен. Они, они есть, конечно же. Но вот за карты можно вот с помощью гранатного прыжка выпрыгнуть везде, наверное. А во второй бурде разработчики ой старались. I can't even negotiate. I don't have any choice. Piece of shit, Marcus. Supply limited. Я даже не знаю, что оставить, что продавать. X7 пока оставим. Потому что мой X7 я продам. Он мне не нравится. У него медленная скорость огня, перезарядка. Все. В нем отвратительно это, СМГ, наверное, тоже.
Не хочу этот дробаш видеть в своей жизни. Окей. 5000, найс. Нойс. Чтоб вставить. Так, нам нужен Battle of Booze. Кто хочет быть первым, а? А я думал опять СМГ на X4. Что происходит, думаю? А, это было тупо. Ничего. Вот. И теперь пошло-поехало. Один за одним. Буз. Вот. Что происходит, игра? Ахахаха. Досмеялся? Весело? Я токсичен. Хама? А, это больше себе навредил, чем ему. Чпок. Ну-ка, два патрона? Сколько у него там патронов за выстрел уходит? Почти. Чпоинг. Еще? Один за одним. Сыпется. Да я вообще калм. Это вы нервные какие-то. Я к вам в гости пришел здесь, и вы нервничаете реально. Чрезмерно. Ау. Эвакуируемся. Хотя я не знаю, в чем смысл, я все равно помру сейчас. Так, я бутылки не подбираю. А, нет, я хотел подобрать. Еще? Да нет, я хотел подобрать, черт. Что у меня? Хама. Крюкс. Попробуем это. У этого больше, меньше обойма. Чпунк. Когда там уже будет конец сбору этого урожая? Ой, я же давно сделал квест. Какого хрена я вообще делаю здесь? Вот! Что происходит? Ой, мой... У кого пушка мощнее? Он просто протонулся. Это было как-то немного интересно.
Не могу я выпрыгнуть отсюда. Отсюда я тоже вряд ли выпрыгну, черт. А сейчас открыть дверцу. Полез дверцы. Окей, мило. У нас тут 180, реальная игра? Мы будем сейчас играть эту игру, да? Может, я хочу видеть в игре оранжевое, которое течет одно за ним. Это же в разы веселее, чем бегать с белым постоянно, не могу понять. По сути, в итоге тона людей даже не видит оранжевое. Боже, никто не проходит Крамерекса, наверное, и не убивает его, не фармит. Супер странно. Почему разрабы не могли сделать, например, чтобы при обычном прохождении, вот из обычных мобов, был шанс упадения какого-нибудь определенного качества оружия, да оранжевого, но оранжевого определенного качества. И вот если ты хотел самое лучшее, топовое оружие, да ты идешь фармить Крамерекса. Из него падает следующий уровень качества, да? Почему не могли сделать так? Так это в разы умнее было бы. А получается так, что ты оранжевого вообще никогда не видишь в игре. До Крамерекса. И половина этого оранжевого сосет. Ты им никогда не пользуешься. Я не понимаю. Я не знаю, я звучу, наверное, как какой-то казуал. Но это серьезно. Так, на практике. Я могу сказать, как кто-то проходил эту игру тонну раз. Вы реально здесь оранжевого не увидите во время прохождения обычного? Так. Мы с квеста здесь. Chrome's Canyon. Ну до Chrome's Canyon нам нужно еще пойти в новую говенку опять. Сделать там пару квестов. A couple. Couple of quests. Я думаю, на доске объявлений один. Или у Хелена Пирс один. Да, тут на доске один. Этот магазин вообще откроется сегодня или нет? Easy to use guns. Так, вообще это делается здесь, на самом деле. Так, Хелена Пирс тоже имеет какие-то проблемы. Ну да. Следующую часть квестов выдайте мне. Мне уже совсем скучно стало. Да что ж такое? Мне нужна машина, черт. Окей. Я теперь у нас все квесты в Chrome Canyon. Chrome's Canyon. Идем делать их. Одна еще в True Border, как-то понимаю, почему там нет оранжевого. Потому что там каждый моб дропает свою оранжевую пушку, и там тон оранжевую. Но в этой игре нету такой привязки к оранжевому, от моба к мобу. Тут могли бы сделать, чтобы они просто казуально валились. Ну скажем, ну из каждого 20-го моба. Или 10-го. Я не могу понять.
Там мы еще не можем пойти. Пока что. Нам туда и не нужно идти. Сначала валим Крому, а потом будем делать здесь задание. Все по порядку. Теперь у меня есть отличный револьвер. Ага, даже не стреляешь, слабачка. Что такое? Проблемы? У меня сейчас есть кислотный револьвер. Который чуть-чуть медленнее, но... Должен их вымыкать вот так вот, да. Если попадаю. Ох. Хорошо, хорошо пошло. Турель там вообще же не заспонилась. Ну, почти. Ну, давай. Вот она. А думаю, это шоковое можно. Если попаду... Кто-то пишет. Что ж такое, не могу. А, кислотный револьвер. В помощь. Окей, да. А, белые-белые. Всегда ничего веселого особо нет в магазинах. Сходим к сундуку. Рехин для солдафона. Чего интересного для меня? Ну, ничего нового здесь. Вон где андробашек?
Капец, с ним падают легендарки просто невероятно часто. 144, 6 патронов. Опять нашли мы этот дерьмовый автоматик. Отвратительнейший. Наконец-то начали вкачивать хил. Не понимаю, в чем прикол, но почему-то с этим дробашом падают очень частенько легендарные вещи с мобов. И еще раз. Теперь взрывной. Вау, что происходит? Что в этом дробаше реально? Это просто дробаш. Отвали, я лут смотрю. Никогда не мешай человеку, который смотрит лут. СМГ, которая дропнула сквозь пол. Супер мило. Подберу я. Сейвер. Аллилуйя. Так, мясцо. Подбираем. Подбираем ремкомплект. Сдаем клэптропа, получаем еще дополнительно своих 3 места. Бэкпэк. Супер весело.
собирать деньги, у меня так мало денег. 458 штук. Так, мне кажется, я пропустил что-то. А может, нет. Последняя, правильно? Нет, не должна быть. Но это должна быть последняя. Да. Что, остается ломить крому и все? Мы тут сделали все. Вода сайка. Дропается и дропается. Это дробаш сломанный какой-то. Nobody can help you except you. No, it's not. Не попадаю в него, все далеко находится. Почти-почти. Thank you.
Думаю, нам не обязательно идти обратно, можем протянуться туда. Там уже один к теннис, один кюрл, один новый гавань. Все хотят что-то от меня вечно. Магазинчик открылся наконец-то. Посмотрим, как взрывной будет против них всех. Это первый клиент. Так, себе еще два патрона. Не. Что нам еще нападало? Орион. Можно пробовать. Низ теперь. Можем посидеть здесь, подформить еще парочку этих ребят, очень хороший выходит. Ох, я мазила. Что случилось с теми? Я их вроде не трогал. Ау.
Лаунчер опять. У, взрывной. Хх. Все-таки, по-моему, шоковый. Это самое веселье. Что, не можешь полететь насквозь? Рип. Бесит. А теперь можно идти делать остальную часть квестов. Нам придется ехать туда. А вообще сначала... Хотя да. Сначала лучше съездить туда. Открыть там Fast Travel. И потом сходить в новую гавань, попросить взять задание у Лины Пирс. Сделаем так. Теперь можем в новую гавань.